Демонстрация работы дрели с таходатчиком с обратной связью. Включаем. Обороты регулируются от 100 до 800 оборотов в минуту на шпинделе. Теперь попробуем остановить дрель и посмотрим потребляемую мощность, которую она жрет в этот момент. Сейчас я чуть добавлю. Ну вот так, к примеру. Вот, 170 оборотов, 19 ватт. Так. Что там видно? И видно, что обороты ни хрена не падают, а мощность потребляемая бешено растет. Блять. Еще разочек, давай. Покажи вот здесь, Маш. Что вот, я хватаюсь, а оно как крутилось, так и грузится. Спасибо за внимание.